Всем привет! Я хочу вам рассказать о ракетке для настольного тенниса Торнео Мастер Инвайт 4 звезды. Это одна из двух ракеток, которыми я учился играть в настольный теннис. Ракетка интересная сама по себе. Характеристики: вращение 93, скорость 84, контроль 81. Она считается для профессионального уровня 4 звезды, но в принципе новичку тоже вполне подойдет для игры. Просто немного придется привыкнуть к резкому отскоку шарика. Основание у нее пятислойное. Оф минус. Накладки гладкие, красные и черные, 2 мм толщиной. Накладки Double Fish, китайские. 8338. И на другой тоже 8338. Написано. Вес 175 грамм. Может быть, некоторым она покажется немного тяжеловатой. Но это опять же вопрос привыкания. По моим ощущениям, ракетка крутит хорошо. У шарика сильный отскок, иногда не нужно специально бить, прикладывать усилия при контратаке. Иногда просто достаточно подставить ракетку, чтобы отбить шарик. Вот, в принципе, нормальная ракетка, неплохая. Можно к ней привыкнуть, начинать именно ей играть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.